Товарищ генерал-полковник, заместитель руководителя учения по вооруженным силам Крымской Республики, полковник Кемиров. Здравия желаю. Мы находимся на южных скатах горы Пашина, высота 333,8. Справа от нас, в направлении вертолетной площадки, полутора километров населенный пункт Нижней России. Прямо в направлении населенного пункта Пашина, который перед нами в воде будет населенный пункт, 12 километров населенный пункт Баранов. Слева в направлении высота полигонная. 60 километров город Челябинск. Тылу 3,5 километров населенный пункт Большой Усадьбы. Прямо перед нами, с запада на восток, проходит дорога руководства. Начало этапа с боевой стрельбой создается следующая тактическая обстановка. Отряды в законах вооруженных формирований создают базовые лагеря для подготовки боевиков, принимают меры по созданию запасов оружия, боеприпасов, материально-технических средств с целью организации диверсионной деятельности в регионе. В ходе проведения разведывательно-поисковых действий подразделениями из состава коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона выявлен хорошо укрепленный базовый район незаконно вооруженных формирований. Активными действиями подразделений зона своей ответственности вынудили противника сосредоточиться в базовом районе. Командующий группировкой принимает решение на проведение операции силами коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона по уничтожению незаконных вооруженных формирований в базовом районе. Предлагается тактические действия войск отработать в ходе розыгрыша двух тактических эпизодов. Первый эпизод – это блокирование и ликвидация базового лагеря вооруженных формирований. И второй эпизод – это разгром антиблокирующих банд групп и зерновых бандитов, которые выдвигаются на левом фланге. Вы сказали, наступать после рубежа дороги подразделения после открытия огнеметной батареи. А населенный пункт будет блокирован полностью. И потом не то подразделение, которое блокирует, а свежее подразделение подойдет 11 упорная рота, подойдет по маршруту и из-за спины, опираясь на огневые позиции и рубеж, который занимает рота, войдет, выйдет на рубеж и будет производить штурм. С правой стороны, И докуда надо входить? Она дойдет, рота, которая штурмующая рота, вот от асфальта дороги она развернется, далее на третьей зеленой дороге спешится, далее наступательными действиями, во взаимодействии, используя огневое поражение, мы все это имитацией будем, огневое поражение, вертолетные удары используя, вот квартал за кварталом будет продвигаться справа налево. Да точно, блокирование, что как положено, будет осуществляться. Товарищ командующий, группировка коллективных сил быстро развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности в количестве 1020 человек для строевого смотра построена. Командующий группировки генерал-майор Чувакин.
полковник Медведев. Здравия желаю, товарищ командир. 480, 765 полностью за батальонную тактическую группу коллективных сил быстрого развития. Так точно, товарищ командующий. Мои 480 человек. Первого периода после присоединения. Товарищ командующий, командир артиллерийского дивизиона, майор Слевицкий. Так точно, его один там. Командир Таранского взвода 1-го ура, 13-го ура. Товарищ командующий, командир 3-го мужского взвода, 1-го мужского ура, 13-го ура. Товарищ командующий, командир взвода, поддержка 1-го ура, 13-го огневого взвода, старший офицер на 3-й габочке самоходной артиллерийской батареи гвардии лейтенант Власов. Предложение изменений жалоб не имеет. Товарищ командующий, командир 2-го огневого взвода 3-й самоходной артиллерийской батареи гвардии лейтенант Власов. Жалоб заявления имеет. Товарищ командующий, начальник связи, командир взвода управления габочного самоходной артиллерийского дивизиона, старший офицер. Товарищ командующий, командир разведгруппы, старший лейтенант Кубенов. Жалоб заявления не имею. Товарищ командующий, командир 1-й горно-десантный штурмовой взвод, капитан Курбанов. Жалоб заявления не имеет. У вас капитан Стыгов? Так точно. А где вы учились? В войне университете Таджикистан. Товарищ командующий, командир взвода 2-й горно-десантный штурмовой рота, старший танкар. Жалоб не имеет. Товарищ командующий, командир 3-й горно-десантный штурмовой рота, старший танкар. Жалоб не имеет. Товарищ командующий, командир 4-й взвод горного десантного штурмового батальона, старший сержант Медведев, жалоб заявления нет. Солдаты срочно вышли? Сколько они? Человек, сколько у вас всего? 46 человек. По штату? Точно? Не здесь 40 точно. И сколько в основном по контракту служили, сколько лет послужили? 3 года. Контракт служат 3 года. В правом продлении, да? Так точно. Здесь ну, хорошо, в строю стоящий 10 лет и более. Контракт, конечно, хорошо. Молодцы.